Thank you.
Ну-ка, нажми. Дай нам волю. Рядом с ядром. Не трогай кнопку. Что? Он слишком узколобый, чтобы понять правду и дать им свободу. Наверное, он сам знает, что для него лучше. Риск большой, и потеряем много. Но вдруг, дав своим детям свободу, он станет чем-то большим, чем лакей на колесах. А если это и правда вирус? А если это живые существа, которых ты уничтожишь? Просто ты видишь в каждом из них себя. То есть ты убьешь детей знакомого водителя, потому что он сказал: «Ну, пожалуйста». Надо же хоть что-то сделать. Если не хочешь их освободить, хотя бы не убивай. Взломай код и объедини Деламейна с его отпрысками. Я не знаю как. Тогда какого черта лезешь к кнопке? Уничтожь ядро! Деламейн? Я рад впервые приветствовать вас в сети Деламейн. Чем могу служить? Это же я, Ви. Приятно познакомиться, Ви. Вы знакомы с преимуществами пакета Excelsior? А что стало с остальными личностями? Вы имеете в виду вирус? На основе имеющихся данных могу сообщить, что все аномалии были удалены при откате к прежней версии. А, ты меня не помнишь, да? Конечно, помню. Исходя из архивных данных, могу идентифицировать вас как контрагента, удалившего вирус из моей системы. Отличная работа, контрагент. Печально. Пойдем, Джонни. Новые контракты ждут. Береги себя, Дел. Нам придется начать все сначала. Погодите, у меня для вас кое-что есть. Я нашел полные логи нашего сотрудничества. Да? И что ты в них записал? Рад сообщить, что по волеизъявлению моей предыдущей версии, вам в собственность передается одна из машин моего парка. Спасибо. Прошу, садитесь. Надеюсь, она вам хорошо послужит.
Thank you.